Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Сегодня хочу вам показать очень интересную квартиру в жилом комплексе «Золотая долина» в 3-5 минут ходьбы от станции метро «Ладожская». Пошли смотреть. Вход в квартиру хороший, металлическая дверь с зеркалом. Здесь у нас место для одежды, раритетный шкаф из Икея. Двухстворчатый. Чего здесь, друзья, только нет. Так, еще посмотрим вначале комнату или посмотрим кухню. Комнату, давайте с комнаты. Заходим в комнату. У нас везде на полу керамическая плитка для удобства обслуживания. То есть помыть, там что-то сделать. Трехстворчатый икеевский шкаф. Вам, в принципе, здесь останется, кто приобретет, только привезти сюда постельное белье и вещи. Тумбочка, зеркало, обои везде под окраску, занавески. Лампа, большая двухспальная кровать. Вид у нас на художественный техникум. Вид во двор. Здесь тихо, хорошо. Третий этаж. Обувница. Санузел. И ванна. Ванная комната. Большая ванная комната, стеллаж для белья, крючочки стандартно, душевая лейка, все в плитке полностью, раковина, здесь тоже тумбочка под всякие эти штуки. Вода холодная, горячая, розетки дополнительно для фена, там всего остального. А, чуть не забыл, теплый пол. В ванной теплый пол, в санузле теплый пол, на кухне. Заходим с вами в санузел. И обращаю внимание, что он, смотрите, какой большой. Здесь большое количество места. Поместилась даже хорошая стиральная машинка. Обзор, кстати, есть у меня на канале стиралки Канди. Посмотрите с ушкой. Здесь дополнительно стоит бойлер. Вот он, друзья, когда выключат воду, а у всех у нас ее выключают от 3 дней до 2 недель, то здесь, соответственно, вода у вас будет. Здесь у нас разводка коллекторная. Обратите внимание, как заморочились счетчики на воду. Вот она горячая, вот там холодная, канализация. Как все четенько сделано. Счетчики на холодную воду, а остальные счетчики на тепло и на электричество в подъезде. Квартира полностью готова, можно жить самому, можно сдавать в аренду. Кухня, вот все, что, кстати, видите, практически все остается. Хорошая кухня, не нравится, вот, к примеру, вам вот этот фасад, его всегда можно заменить, либо просто окрасить. А здесь плита, микроволновка, полочки различные для хранения. Естественно, посудомойка. О, даже тарелочки есть. Вот такой фартух из плитки. Современная вытяжка. Холодильник, морозилка внизу, основная камера сверху. И, соответственно, мне здесь нравится этот балкон. Обратите внимание, какой он широкий. Достаточно здесь количество места. Ну и плюс, соответственно, вот он вид на город. Во двор, вернее. Вот там метро. 3-5 минут идти, художественный техникум, красота. Парковка есть вот здесь, но видите, обычно ее тут все занимают. И вот туда дальше есть парковка бесплатная, вот там за техникум тоже можно припарковаться. Вот такая, друзья, квартира. Звоните, пишите, буду рад ответить на вопросы и показать вам лично эту квартиру.